Всем привет! Сегодня мы будем делать браслет из резинок. Только не из резиновых, а из ткани. Берем резинку, одеваем на два пальца восьмеркой. Любого цвета. Берем следующую резинку, только не одеваем восьмеркой. И восьмерку перекидываем на фиолетовую. Теперь можно взять синюю резинку, только можно ее одеть восьмеркой. Следующую одеваем тоже восьмеркой. И так каждую одеваем восьмеркой. У нас получается такой чуть-чуть браслетик. Берем оранжевую, одеваем восьмеркой. Берем опять зеленую, одеваем восьмеркой. Берем синюю, одеваем восьмеркой. Получается у нас уже разноцветный браслетик. Фиолетовую. Оранжевую. Зеленую. Синюю. Берем красную, восьмерка одеваем, и оранжевую перекидываем через красную. Берем желтенькую, одеваем восьмеркой. Берем зелененькую, восьмерочкой одеваем. Теперь розовенькую. Теперь, если у вас нет заклепки, берем первую резинку, одеваем на последнюю. И вот фиолетовую резиночку продеваем на другой конец и затягиваем. Получился вот такой браслетик, красивый, разноцветный. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Всем пока.